Проведение специальной акции ДАІ выкликано ростом дитячего травматизма на дорогах. За первые полгода больше за 20 неполнолетних отримали пошкоджені и один загинул. Больше к половине выпадков отбылась по причине грибования правилами перевозки детей. До конца тыдня инспекторы будут проводить специальные рейдовые мероприемства. Усе выявленные порушальники будут притягнуты до административной отказности. Еще один накерунок профилактичной работы ДАІ – открытие профильного межрайонного лагеря на базе средней школы номер 21. Города Гомеля. Мне здесь очень нравится, потому что много встреч, много новых друзей, очень интересно. Нас много возят по разным конкурсам, очень много интересного. Мы ходим на разные мероприятия, участвуем в ЮИДе, едем в лицей, МЧС, мероприятия разные проводят. Организаторы обещают, сумовать ребятам не придется. На протягу 18 дней працы лагеря их шакая шмат цікавага. Разностайные викторины и конкурсы у першую чергу накированы на отримание ведов по правилах дорожного руху. Что цікаво, окромя инспекторов, научать удельников лагеря будут и те, кто у им примая удел не упершиню. Безопасность детей на дорогах – это сегодня очень актуальная тема. Мы видим детей, которые могут перебегать улицу, не знают правил дорожного движения. Если взрослый человек им будет говорить «нельзя», наверное, не всегда это дойдет до ребенка. А когда равный обучает равного, объясняет, как можно делать, что нельзя делать, это всегда более доходчиво. Инспекторы ДАІ проведут занятки по правильной езде на велосипеде и фигурным вождении. Так само ребят чекают экскурсии у лицей МНС и музеи областного центра. Дмитрий Котов, Михаил Рабков, телерадиокомпания «Гомель».